А прямо сейчас смотрите нашу традиционную рубрику «Народные новости». Что нового произошло у жителей Саратова, выяснила съемочная группа РЕН-ТВ. Что у вас в жизни происходит нового, что интересного? Путешествуем на теплоходе по Волге. Приехал в командировку из Владимира. Смотрю экономический форум. Отпуск. Приехал отдыхать. Танцевала на теплоходе «Восточный танец». Я ремонт сделал, у меня радость. Вот. На работу устраиваюсь. Гуляем на набережной. Я первый раз в Волге вчера искупался голый. Вчера сорвали с грядки первый огурец. Я сегодня купил кондиционер. А я купил сегодня сэндвич. У ребенка режется первый зуб. Я сдал сессию, я устроился на работу. Буду участвовать в спорткиаде школьников по пляжному волейболу. Я получаю диплом красный. Машина сломалась. День рождения сына полгода исполнилось. Сейчас иду на пляж.